меня, что называется, вдыхает уверенность, тот факт, что здесь начинает стабилизироваться общественно-политическая атмосфера. Я имею в виду и вот отношение к главе, и то, что депутатский состав, независимо от того, какие партии они представляют, как-то стал чувствовать себя более ответственным за общие дела и не стремятся действовать по принципу «чем хуже, тем лучше». Федор Яковлевич, он человек уже с городским опытом управления, и я думаю, все лучшее, что там было, привнесет, естественно, сюда.